Всем добрый день! Буду сегодня делать рис с печенкой в горшочке и гречку со свининой в горшочке. Так, нарезали печенку, свинину, натерли на терке морковку и лук. Сейчас будем закладывать все потихоньку. Сперва пойдет печенка и свинина. Положили печенку, положили свинину. Сейчас немного морковки и лука. Положили морковку, лук, высыпаем рису. Рис и гречку. И сверху опять засыпаем же луком и морковкой. Потом добавляем воды, чтобы вода чуть-чуть накрыла морковку и лук. Добавляем соль, перец, пол кубика каждую. И заливаем водичкой. Залили водичкой. Ставим духовку на 280 градусов и на полчаса. Друзья, ну вот что получилось. Это рисик с печенкой, а это гречка со свининой и салатик. Всем приятного аппетита. Вкусняшка.